В региональном отделении общественной организации Всероссийского общества слепых подготовили праздничный концерт, организовали его ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. О том, кто стал важным и значимым гостем праздника и о настроении собравшихся, расскажет Альбина Ламкова. Вот 77 лет стукнуло, как наша героическая Красная Армия одержала сокрушительную победу над фашизмом и японским милитаризмом. Главная ударная сила – это была Красная Армия. Такой народ раз можно победить, когда буквально на третий день после начала войны появилась песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Главным почетным гостем праздника стал ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов. Он прошел всю войну и защищал нашу страну и весь мир от фашизма на самых передовых линиях фронта. Имеет многочисленные награды. Министр труда и социального развития Республики Руслан Шаков пожелал Хамиду Абуловичу крепкого здоровья. Я думаю, вы в курсе, что Хамид Абулович представлять будет нашу республику на параде Победы. Я хочу вам доложить, что в 1985 году, будучи слушателем военной академии, я тоже принимал участие, значит, на параде Победы в честь 40-летия Победы. Так что, когда вернетесь, мы с вами обменяемся впечатлениями. Удачной дороги вам! В региональном отделении Всероссийского общества слепых концерт получился душевным. Исполнение песен военных лет у гостей праздника вызвало только положительные эмоции. Такой день, слезы доворачиваются на глаза. Все очень прекрасно. Спасибо вам. День радостный. Чтобы все ушло плохое, а хорошее всегда будет с нами. Дети с нами, и правда будет с нами, и победа будет с нами. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.